Сереж, неужели мы приехали в Америку? Здесь, наверное, на английском только разговаривают. Да. Как мы гостиницу найдем, я слышу знакомую речь. Ребята, вы откуда? Здравствуйте, мы из России. Только приехали? Да. Мы языка не знаем. Нам бы гостиницу. Понимаю. Вам, наверное, нужно попасть в русский район. У нас есть такой, Брайтон называется. Далеко отсюда? Как добраться? Ксюша, не сильно близко. Но вообще с местными таксистами я вам связываться не советовал. Ксюша, могут затрачить мне пару сотен. А вы помочь можете? Ну, я вообще в городе здесь по делам. А, думаю, могу вас подвезти долларов за 80. Отлично. Когда поедем? Да прямо сейчас. Струится подо мною Чарльз река. По курсу Гарвард справа MIT. И в ряби волн дробятся облака. И я по облакам скольжу почти. А если посмотреть издалека, в реке дробится башнями Бэк-Бэй. И ялики вплывают в облака, как стайка жирных белых голубей. Мой Бостон — это город в облаках, моя американская мечта. И прочен руль судьбы в моих руках, когда я в этих облаках. Большое спасибо. 80 долларов. Спасибо большое. Если бы не вы, мы бы так и остались там. Нет проблем. Надеюсь, вам здесь очень понравится. Добро пожаловать в Америку. Мы можем заплатить немного больше, чем вы просите. Но где я возьму кредитную историю Кассайнера? Спасибо, до свидания. Ну что же нам делать? Я уже в сотый раз слышу одно и то же. Кредитная история, Кассайнер. Где мы это все возьмем, если мы первый раз в Америке и никого не знаем? Все. Ну все, скоро деньги закончатся. Добро пожаловать к американским бомжам. Ну хватит. И так тоже. Пойдем лучше прогуляемся. И подышим свободным американским воздухом. О, да. Давайте сходим в магазин и купим мне мороженого. Кстати, надо найти русский магазин и купить еды. А то мне-то эта американская еда скоро заварит кишок будет. Представь, солнышко. Ты все о своем желудке беспокоишься. У меня ребенок целую неделю питается гадостью, а ты в своем репертуаре. О, господи, неужели мы услышим знакомую русскую речь? Серёж, пиши телефон быстренько. Мне кажется, ветер холодный. Да, сходили,
смотри, нам сейчас предложат либо туалетом мыть закрепить, либо ящики таскать. Алло, да, здравствуйте. Вы говорите по-русски? Замечательно. Скажите, пожалуйста, вы можете помочь мне и моей супруге с трудоустройством? Нет, еще нигде не живем. А мы 5 дней назад приехали. Пытаемся снять, но не получается. Кредитная история нужна. Маразм какой-то. А можно прямо сегодня? Хорошо, сейчас запишу. Сергей, ну что там? Да, до свидания, спасибо, а то мы уже всякую надежду потеряли. Ну что, кажется, нам повезло в этот раз. Ну не мучай, давай, рассказывай. Эта компания может решить проблему с трудоустройством и вообще и в целом. В смысле? Ну, как мне сказали, через несколько дней мы будем в своей квартире жить, будем работать, и Ксюша будет ходить по месту жительства школы. Ура, мама, мама, видишь? А ты плакала. Мама, есть такая поговорка, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ты сейчас приедешь к ним, а там будет не все так, как тебе обещали. Лен, ты определись уже. Записывай, звони, езжай. Ты мне лучше скажи, где документы лежат, из какой карточки деньги нужно снять, чтобы заплатить за квартиру и за работу. Какие деньги? Я так и знала, ты сейчас поедешь, несколько тысяч отдашь незнакомому человеку, и он тебе на блюдечке предложит квартиру и работу, так что ли? Мы с Ксюшей поедем с тобой. Ну хватит вам, вы так совсем перессоритесь. Hi, how can I help you? Здравствуйте, мы с вами договаривались со встречи. О, вы говорите по-русски? Проходите. Присаживайтесь, заполняйте анкеты. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Анкетки. Ты что-нибудь понял насчет этой биржи? Что понял? Что опять не так? Ну, во-первых, они денег не взяли. Наверное, посчитали, что с нас взять нечего. Мне кажется, они перезвонят даже. Что ты за человек? Как Фома неверующий. Ну, почему сразу Фома? Ну, хватит вам, посмотрите, какая красота-то на улице. Ну да, красиво. Okay, well, let's head over to the Santiago Bernabeu and join our commentators, Terry Gibbs. Сереж, есть все-таки Бог на свете? Правда? Какой Бог? Скажи спасибо мужу. Дурак, я с тобой серьезно. Вот опять вы. И в Америке от вас покоя нет. Я пошла в свою комнату. А сколько таких семей, как мы, приезжают незнамо куда? Остаются без денег, без знания языка. Кошмар. Ты меня слышишь? Ты можешь помолчать хитрой жизни 90 минут. Посмотри, какой матч. Это на тебя с твоим футболом. У меня перерыв, я курить пошел. Подожди, я с тобой. Все-таки мы с тобой везучие, Сереж. Приехали в Америку. Живем в Бостоне. Нашли компанию, которая нам повезла. Да, теперь у нас все будет хорошо. Мы со всем справимся. Надеюсь. Центр шахматные доски этажей. Залив глядятся клетками окон, и в них фигурки шахматных людей. Не видно, кто здесь пешка, кто здесь конь. Вот прямо к небу плавно лифт скользит. Мой офис на 30-м этаже, и пешки выбиваются в ферзи, и первый ход я делаю уже. Мой Бостон — это город в облаках, моя американская мечта. И прочен руль судьбы в моих руках, когда я в этих облаках.